Сьогодні в шоу на власні очі побачимо неймовірні результати схуднення наших постійних глядачів. Сколько же кілограмів збросив Руслан, Ігор? 59. А далі вперше на нашій кухні ви дізнаєтесь, за що мати виховувала Ремене маленького Ектора. Було навіть таке, він щось накоїв і сам приніс мені ремінь, аби я його посварила. Зустрічайте! Наша улюблена ведуча Надія Матвієва. Как мне приятно, что сегодня вы снова у меня в гостях. Ведь это не просто встреча. Сегодня 100-й выпуск программы «Все будет добре». Каждая из этих встреч была полна интересной и полезной информации и пошла вам на пользу, я в этом не сомневаюсь. Поэтому сегодня у нас есть повод подумать о чем-нибудь самом заветном и загадать желание. Загадали? Да! А теперь давайте вместе задуем эти свечи. Я уверена, что это желание сбудется, и все будет добре. Спасибо вам, мои дорогие, спасибо. С ее помощью можно очистить ржавчину, удалить накипь и даже вычистить самый грязный унитаз. Но вместо этого мы пьем сладкую газированную воду, даже не представляя, какой губительной она может быть для нашего здоровья. Как газировка влияет на организм, расскажет наш эксперт-технолог Андрей Бабаев. Встречайте. Андрей, привет. Ну не знаю, будешь ли ты меня сегодня угощать, ведь это для меня открытие. Сладкая газированная вода приносит огромный вред нашему организму. Почему? Любители газировки даже не знают, что происходит с их организмом, когда они выпивают всего лишь 200 грамм этой жидкости. Газировка, она снижает иммунитет, меняет состав крови, нарушает кислотно-щелочной баланс, ну и, соответственно, очень пагубно влияет на наше здоровье. Итак, мы сегодня разберем влияние газировки на зубы, на печень, на кости, ну и, конечно же, на желудок. Мы сейчас проведем тесты, и тесты это подтвердят. Итак, начнем с зубов. Зубы на 80% по биохимическому составу похожи на скорлупу яйца. Давай обратим внимание на монитор. Для того, чтобы показать, как сладкие газированные напитки пагубно влияют на наш организм, я решил дома провести несколько простых тестов. Первый тест нам покажет, как сладкая газированная вода влияет на эмаль наших зубов. Для этого нам понадобится обычное куриное яйцо, скорлупа которого на 80% по биохимическому составу похожа на эмаль зубов. Заливаем яйцо газировкой и оставляем его там на 3 часа. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Ничего себе, яйцо потемнело. Прошло всего лишь 3 часа. То же самое происходит и с эмалью наших зубов, когда мы постоянно употребляем газированные напитки. А сейчас давайте сравним наше экспериментальное яйцо с обычным куриным яйцом. Разница просто очевидна. Мы смогли наглядно убедиться, как ортофосфорная кислота в сочетании с красителем в напитке влияет на эмаль наших зубов. Она истончается, зуб начинает болезненно реагировать на холодное и горячее, это приводит к появлению кариеса, и зуб в итоге разрушается. То есть получается, что регулярно употребляя газировку вот такого темного цвета, мы меняем цвет зубов навсегда? Мы меняем не то что цвет зубов, мы нарушаем нашу эмаль. Соответственно, это приводит через некоторое время уже к гибели зуба. Что доказывает, что это агрессивная среда. Все вещества, из которых она состоит, это Е-ингредиенты, красители, подсластители, ароматизаторы, также бензонат натрия, это консервант, ортофосфорная кислота и другие кислоты, которые входят в ее состав, вызывают дисбаланс кислотно-щелочной среды и образовывают в нашем организме канцерогенные вещества. Нарушается работа печени, почек, желудка и всего желудочно-кишечного тракта. В общем. А вот эта ортофосфорная кислота, о которой ты говорил, она как влияет на нас? Приводит к хрупкости костей. Ортофосфорна кислота приєднує іони кальцію. Такий важливий для скелету елемент легко вимивається солодкими напоями, а відновлюється значно повільніше. Соответственно, кости становятся более мягкими, более хрупкими. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это о печени. Мы сделали тоже один интересный эксперимент. Давай обратим внимание на монитор. Следующий тест нам покажет, как сладкие газированные напитки влияют на наши внутренние органы, в частности, на печень. Для этого мы возьмем немного печени и зальем ее газировкой.
Мы оставляем печень в газировке на 2 часа и посмотрим, что из этого получится. Я уверен, вы будете в шоке. Итак, я готов вас удивить нашим результатом. Прошло всего лишь 2 часа, а мы явно можем заметить, что ткани печени стали уже разлагаться. Это ужас какой-то. Вы только себе представьте, какой химический сложный состав у этих сладких напитков. Этот якобы безобидный напиток будет отравлять ваш организм в течение 24 часов. Это при условии, что ваша печень здорова. А если ваша печень еще и больна, этот процесс будет происходить в течение целой недели. Задумайтесь. И это же может происходить постепенно с нашей печенью, если мы регулярно употребляем сладкие газированные напитки. 100%. Кошмар. Когда мы ее употребляем, она выводится из организма в течение суток, 24 часа. А если сырая куриная печень простояла бы там сутки, то она растворилась бы просто совсем. Ее разъедают ингредиенты, входящие в газировку, то есть это кислоты и все активные вещества. Запомните вот этот тест, чтобы вам больше не хотелось пить газировку. Я так понимаю, что это не последняя опасность, о которой ты сегодня будешь говорить. Газировка – это страшная, смертельная смесь. Почему? Производители позаботились о том, чтобы снизить уровень сахара в своих напитках, ну, якобы, чтобы это было полезно. Но, тем не менее, они заменили сахар сахарозаменителями. Многие врачи сейчас говорят о вреде искусственных подсластителей. И, наверное, самое безобидное, что могут сделать эти вещества, расстроить пищеварение. Но то, что рассказал мне наш эксперт, врач-гинеколог Виталий Ромаренко, меня поразило. И я хочу, чтобы вы это услышали. Это аспаркамы, сукразиты и другие препараты. Они в 200 раз слаже, чем сахар, но в то же время они в 200 раз токсичнее обычного сахара. Употребление даже умеренного количества сладкой газированной воды приводит к очень быстрому повышению концентрации уровня сахара в крови в постоянном режиме, и начинается проявление скрытой формы сахарного диабета, начинается избыточный рост плода. Он растет значительно, опережая график роста. Кроме большой массы, еще часто это сопровождается отечным синдромом плода, нарушениями развития внутренних органов. И, к сожалению, внутриутробная привычка к сахарам рождает из этих детей большое количество диабетиков и первого, и второго типа. Кроме подсластителей присутствуют консерванты, красители, стабилизаторы. Конечно же, ароматизаторы. Страшное вещество, которое является консервантом, называется бензоат натрия. Он вступает в реакцию с кислотами, и получается в итоге очень страшное химическое соединение – токсичный бензол. Это, по сути, яд. Еще один интересный тест. Если ваши дети любят мятные конфеты и газировку, это очень ядовитая смесь, взрывная смесь для нашего организма. Почему? Давай опять же посмотрим на наш тест. Давай. И напоследок я приготовил самый интересный и непредсказуемый эксперимент, который не рекомендую делать вам дома, потому что я сделаю это сейчас за вас. Этот тест нам покажет, что произойдет, если вы выпьете стаканчик газировки, а после этого съедите несколько мятных конфет. Давайте посмотрим. Еще раз вас прошу, не выполняйте это дома. Вот такая страшная реакция происходит в организме человека при сочетании всеми любимой газировки и мятных конфет. Будьте осторожны. Получается, что вот это все происходит у меня внутри? Да. Происходит просто небольшой себе ядерный взрыв. Как меня еще не разорвало до сих пор. Это, наверное, потому, что я все-таки не очень люблю газировку. И вам Отлично. Не советую ее пить. Отлично. Уже становится страшно смотреть на эти бутылки с газированной сладкой водой. А у тебя еще есть какие-то доказательства того, что это вредно? Да. В состав газировки входит очень много кислот, как мы уже об этом говорили. И мы сейчас посмотрим на примере вот этого чайника, как кислоты, которые содержатся в газировке, влияют на наш желудок. Да, я помню, ты говорил, что с помощью газировки можно накипь удалять. Давай сейчас проведем этот тест и проверим с тобой. Я показываю чайник. Мы добавляем сладкую газированную воду. Холодную? Холодную. Мы сейчас ее подогреем. Ну и включим на пару минут. Посмотрим, что произойдет в итоге.
Что там будет происходить? Кислоты, которые содержатся в напитке, от более высокой температуры будут реагировать с накипью. Накипь будет отставать от стенок чайника. Доводим до кипения? Да, должно хорошо прокипеть. Можно это действие повторить несколько раз, и тогда накипь сама отстанет от стенок чайника. Чтобы подтвердить данные нашего теста, я сейчас перелью ее вот в этот кувшин, и мы увидим, что накипь стала уже отставать от чайника. Смотрим на дно. То есть сладкая газированная вода действует на накипь так же, как специальные средства против накипи. В Индии многие агрономы даже разбрызгивают над полями газированные напитки. Это точно так же, как гербициды и пестициды убивают и насекомых, и тлю, и все остальное. Тестов провели очень много. Мы увидели пагубное влияние газировки на все внутренние органы. Теперь все же, что же пить? Ведь хочется газировки, правильно? Конечно. Лучше всего газировку приготовить дома самому. Для этого нам потребуется 500 мл воды, сок 2 лимонов, сок 1 апельсина, 50 граммов сахара и 1 чайную ложку соды. Ну что, давай готовить. Пока ты будешь сок из лимонов выдавливать, я вспомнила о бутылках газированных напитков, которые в супермаркете подписывают с добавлением натурального сока или с витамином С. Да. То есть это все, ну, можно сказать, так, чистая фикция. Почему? То есть берут в порошке витамин С, синтезированный искусственным путем, добавляют его в бутылку с водой и уже пишут, что с натуральным как бы витамином С. Итак, 2 лимона, 1 апельсин. Апельсин большой. Можно взять и другие соки? Можно тоже, точно. Получится? Так же. Главное, чтобы присутствовала кислота, сахар. Для того, чтобы был контакт, да, была с содой, содой, да? Да, да. Сахар растворяем отдельно, оставляем немного воды, чтобы он лучше у нас растворился. И вода должна быть, наверное, кипяченая же, да? Да, конечно, кипяченая. Сколько соды нужно? 1 чайную ложку соды. 1. И вливаем наш сахар. Красота. Здесь есть какие-то ограничения? Сколько можно такой даже полезной сладкой газированной воды выпить? Не более 1 стакана в день. То есть все-таки присутствует очень много пищевых кислот. Именно такой была в Америке первая газировка. Приятного. На здоровье. Изумительная газировка. Веселые пузырьки, сладкий вкус, красивый цвет – все это привлекает нас в газированных напитках. Но мы знаем, насколько они вредны и насколько полезный и вкусный газированный напиток можно сделать дома. На здоровье! Из 100-го выпуска нашей программы сегодня мы познакомимся с людьми, которые благодаря советам Игоря Абуховского в дневниках похудения на протяжении 6 месяцев сбрасывали лишний вес и достигли прекрасных результатов. А познакомит нас с ними Игорь Абуховский. Игорь, здравствуй. Привет, Надя. Я тебя поздравляю. Проделана огромная работа. Ты просто молодец. Сколько людей тебе благодарны за то, что ты им помог в этом важном деле. Да, когда мы начинали, я, честно говоря, знаешь, не думал, что будут такие масштабы, но оказалось, что столько людей худеет с нашими дневниками. И когда мы на форуме программы разместили баннер о том, что ищем людей, которые похудели с нашей программой, посыпалось много фотографий и различных историй о том, как люди худели. И сегодня я отобрал 3 людей, которые больше всего меня поразили и впечатлили, и хочу их с тобой познакомить. Давай же познакомимся поскорее. Первая участница – это Ирина. Предлагаю посмотреть ее фотографии и познакомиться с ней по фото. Надя, давай пригласим к нам Иру и посмотрим на нее, как она выглядит сейчас. Ирина, идите к нам. Рада познакомиться. Присаживайтесь, пожалуйста. Хотя можно было бы любоваться бесконечно. Просто прекрасно выглядите. А как настроение? Настроение хорошее, спасибо. Вот, хорошо. И благодаря кому же все это произошло? Это все произошло, конечно же, благодаря Игорю. Это, наверное, было не очень-то и легко, да, Ириш? Да, я задумалась впервые о похудении, когда увидела Игоря в шоу «Зважені та счастливі». Но начала худеть только когда вышла рубрика «Дневники похудения» с Игорем. А с какого веса ты начинала худеть? А я начинала худеть с 95 килограмм. Сейчас я вешу 62, но не останавливаюсь. То есть 33 килограмма ты сбросила, получается, за полгода? Да. Потому что дневники похудения в программе «Все будет добро» идут на протяжении полугода. Я выбрала для себя
вид спорта, который мне интересен, это сквош, потому что в нем тратится очень много калорий. Ну, помимо того, что тратится много калорий, это еще такая соревновательная игра, в которой действительно интересно соревноваться и с самим собой, и с соперником. Как ты считаешь, Ир, что тебе помогло больше всего? Вот в дневниках похудения ты видела рекомендации и по правильному питанию, и по упражнениям, по здоровому образу жизни. Для тебя что было самым главным? Все в комплексе. Очень помогли советы по питанию, конечно же, но и упражнения тоже, потому что эти упражнения можно выполнять дома, без тренажерного зала. И есть результат, доказательство тому Ира, которая похудела больше, чем на 30 килограммов. А еще ты чем ты занимаешься? Учишься, учусь, работаешь? В университете. А сложно было подстроить упражнения, правильное питание под тот график, который у тебя сейчас есть? Сложно, но вполне реально. Потому что многие очень жалуются на то, что с тяжелой работой, когда вы работаете до вечера, очень сложно делать упражнения, правильно питаться. А Ира вот очень хороший пример тому, что все возможно. У меня в 8 утра начинались ленты в университете, на 6 вечера была тренировка, и домой я возвращалась часам к 11, но это того стоило. Ну, тебя сейчас полностью устраивают результаты, которых ты достигла, Ирочка? Нет, не полностью. Так, а что тебе еще? Я планирую продолжать, но вот сейчас появилась проблема, остановился вес на определенной границе. Подожди, так ты сейчас на сколько килограммов хочешь еще похудеть? Где-то на 5. И тебе не удается это сделать, как вот остановочка произошла, да, Игорь? А что тут такое? А рост у тебя какой? 160 сантиметров. И вес сейчас 62. Ну, в принципе, да, 5 килограмм еще, это будет очень хороший итог вот всего процесса похудения. Дело в том, что бывает так, что когда вы худеете и приближаетесь уже к своему идеальному весу, нормальному идеальному весу, то наступает остановка веса. И нашему организму нужно перестроиться к новой своей форме, по-новому настроить физиологические процессы. Но это не означает, что нужно сидеть сложа руки, расслабиться и ничего не делать, и ждать, когда вес снова пойдет. Нужно поменять схему тренировок, и можно поменять время, в которое вы тренируетесь. Например, если вы не бегали по утрам, вы можете добавить ходьбу в быстром темпе именно утром. И какую-то тренировку силовую, либо кардио, чередовать ее вечером. Нагрузка в целом может остаться такой, но немного обмануть организм тем, что в другие часы это происходит. Это тоже дает очень хороший результат. Еще одной причиной того, что вес останавливается, бывает такое, что люди питаются очень однообразно. Очень важный компонент – это когда питание сбалансировано. То есть вам поступает и необходимое количество белков, жиров, углеводов, есть нормы, которые нужны человеку, и опять же необходимое количество витаминов и минеральных веществ. Это очень важный момент, потому что от питания зависит 70% нашего успеха. Либо вы худеете, либо вы набираете вес. Ир, ты поняла, что делать дальше? Да, поняла. Спасибо большое, Игорь, за ваши советы. И это те советы, которые пригодятся всем нам, ведь мы все вместе с программой «Все буду добры» стремимся к правильному образу жизни. Игорь Обуховский сегодня у нас в гостях. Кто еще нас сегодня порадует своими успехами вместе с дневниками похудения? Есть еще одна невероятная девушка, которая нас уже поражала своими результатами, но сейчас ее результаты изменились в лучшую сторону, и предлагаю посмотреть на то, как выглядит сейчас Юля. Да, я помню Юлечку, она была у нас в гостях. Она принесла свои джинсы, которые раньше носила, а теперь они просто огромные. Да, и сейчас она добилась еще гораздо больших результатов. Я думаю, будет интересно на них посмотреть. С удовольствием встречаем Юлю. Прям на крыльях летит к нам. Привет. Присаживайся, пожалуйста. Ну, что сказать, хорошеешь с каждым днем? Ну, нет предела совершенства. Наверное, после того, как ты побывала у нас в гостях вместе с Игорем, ты не прекратила тренировки и правильное питание? Нет, прекращать я не собираюсь. И это здорово. Это доказывает, что человек привыкает к здоровому образу жизни. Но напомни, пожалуйста, каких результатов ты достигла? Набрала во время беременности 80 килограмм. Так я чувствовала себя каким-то мешком, тюфяком, которому было тяжело, я не привыкла к такому весу. И тут появляется программа «Все буду добры», дневники похудения с Игорем Обуховским, и ты принимаешь какое-то решение. Это очень удобно. Угу. Я смотрю за ребенком, при этом перехожу на здоровое питание, что полезно и мне, и моим детям, и моему мужу. Давайте Юлечку поддержим. И прежде чем мы познакомимся с еще одним человеком, который сумел похудеть вместе с дневниками похудения Игорем Обуховским и программой «Все буду добры», напомни нам, пожалуйста, сколько тебе удалось сбросить лишних килограммов благодаря твоим усилиям?
15 килограмм, сейчас уже добавилось еще 2 килограмма. Но я надеюсь не сбрасывать дальше, а только наращивать мышцы. То есть за полгода, благодаря программе «Все будет добро», Юля сбросила 17 килограммов. Великолепный результат, и мне уже не терпится узнать, кто же будет нашим следующим гостем. А мне не терпится представить следующего гостя, потому что очень приятно, что с нашей программой худеют не только девушки, но и мужчины. Я знаю, что нас смотрит огромное количество людей, и уже буквально все убедились, что «Все будет добро» – это программа для всей семьи. Особенно если говорить о дневниках похудения. Ведь твои советы действуют как для мужчин, так и для женщин, для людей всех возрастов. Я предлагаю посмотреть неимоверные результаты Руслана, а потом пригласить его к нам. Сколько же килограммов сбросил Руслан, Игорь? 59. 59 килограммов за полгода. Это практически 10 килограммов в месяц. Давайте поскорее встретим Руслана бурными аплодисментами. Руслан! Ох, боже мой, какой красавец! Здравствуйте. Руслан, да, я тебя обниму. Слушай, ну ты страняшка, присаживайтесь, спасибо, пожалуйста. Руслан, а сколько тебе лет? 19 лет. 19 лет. Я, Надя, скажу даже, это практические результаты участников проекта «Сважение-то счастливе». 60 килограмм за 6 месяцев. Да, он превзошел даже все превзошел. Результаты, спасибо, Руслан. Да. Я просто горжусь, что среди зрителей программы «Все будет добро» есть такие люди. И я уверена, что Руслан не единственный человек. И Юля, и Ирочка – это пример того, как все мы с вами можем достигать великолепных результатов. Руслан, любуюсь просто тобой. Ну расскажи свою историю. Как получилось, что ты набрал сперва столько лишних килограммов? С самого детства, со школы, с института я был очень полный крупный мальчик, и надо мной издевались, унижали, я начал худеть. Подожди, ты сколько весил, когда ты решил худеть окончательно? 129 килограмм. 129 килограммов Руслан весил всего полгода назад, вы представляете? Слушай, ну как это произошло? Ты видишь программу «Все будет добро», дневники похудения, и понимаешь, что у тебя получится. Это ж надо насколько вот перевернуть что-то в своем сознании. Да, я посмотрел дневники похудения с Игорем Обуховским и взял его советы. Я начал заниматься спортом, то есть я бегал по 15 километров. Также регулярные прогулки с собакой по лесу, также плавание. Также я занимаюсь и увлекаюсь гольфом. А почему я начал худеть? Потому что девушка, с которой я встречался 8 лет, сказала: сначала похудей, а потом будем с тобой общаться. А что она говорит сейчас, Руслан, когда она тебя видит? Сейчас, когда она меня увидела, она меня приглашает на чашечку кофе. Да. Я говорю: нет, спасибо. Сперва похудей, а потом я буду с тобой, да? Да. Это просто великолепный результат. Кстати, я слушаю Руслана и понимаю, что Руслан смотрел не только дневники похудения в программе «Все будет добро», но и битвы диет. И советы наших экспертов по здоровому образу жизни. И главное, не пропускал ни дня, потому что ты понимал, что последовательно идти к своей цели – это самое главное. Просто не пропускать. Кстати, если у вас есть проблемы с лишним весом, и вы хотите расстаться со своими лишними килограммами, и вам для этого не хватает вот какого-то толчка, обращайтесь в битву диет. Я уверена, что наша команда сумеет вам помочь, и все будет добро. Итак, Руслан, еще раз, пожалуйста, озвучь эту цифру. На сколько килограммов ты похудел за полгода? За полгода я похудел на 59 килограмм. Игорь! Это очень здоровский, крутой результат. То есть сейчас ты весишь 70. 69 уже. 69. А рост какой? Рост 1,88 м. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, сказал Обуховский. А почему? Потому что, Руслан, я даже не спрашивая о твоем росте, вижу, что ты немножко переборщил. Вот рядом с тобой сидит Юля, у которой есть желание подтянуть мышцы и немножко набрать мышечной массы. Вот я бы тебе советовал заняться примерно тем же самым. Потому что стрелка на весах и результаты на весах – это еще не главное. Главное то, как ты себя чувствуешь, насколько ты силен, а для мужчины это важно – быть сильным и выносливым. И при таком весе это очень сложно делать.
А ты вот как себя ощущаешь, Руслан? Ты хорошо себя чувствуешь? Я себя чувствую очень хорошо, мне очень стало легко. И с помощью похудения со мной многие знакомые, многие люди начали общаться, начали меня замечать. Я еще хочу, честно, похудеть на 2-3 килограмма. Стоит ли, ну, родители и все знакомые против? Конечно. Знаешь, я тоже категорически против. Я считаю, что тебе нужно как минимум набрать еще 5 килограмм, но не за счет жира, а за счет мышц. Сколько ты сейчас отжимаешься? Отжимаюсь раз 40. Правильно, с напряженным. Вот хотел бы я на это посмотреть. Попробуем. Поддержим Руслана. Игорь, просто ты расскажешь, правильно ли делает это Руслан. Да. Вместе посчитаем, но не до 40, хотя бы для начала. Раз, два, три, четыре, пять, руки больше шесть, выпрямлять. Вот. Семь, восемь, девять, 10! Молодец! Игорь, что скажешь, какие советы Руслану дашь? Ну, в принципе, пресс очень хорошо напряжен, хорошо работает, но, видно, тяжеловато было, да, вот даже 10 раз. Ну, просто немножко волнуешься. Руслан, ну ты должен расстаться с мыслью о том, что тебе нужно похудеть, поверь. Я думаю, никто вот из здесь сидящих не поддерживает твоего решения. Ты добился крутого результата, это очень здорово. Нужно продолжать держать себя в форме и теперь заниматься своей функциональной формой. То есть становиться лучше физически, более выносливым, более сильным. И поверь, если ты будешь этим заниматься, ты никогда не наберешь лишний вес. Поэтому я от имени Руслана, от тебя и от всех нас хочу попросить тебя, Игорь, чтобы ты вот этому моменту в дневниках похудения тоже уделял внимание. Как не только худеть, но и наращивать мышечную массу. Мы все хотим, правда, Руслан, да. Девчонки? Я готовлю для вас небольшой сюрприз, и скоро формат дневников немного изменится. Они станут гораздо более разнообразные и помогут как Руслану и Юле, и также тем, кто до сих пор хочет похудеть. Какая прекрасная новость для всех нас. В честь 100-го выпуска программы «Все будет добре». Ну что же, сегодня мы убедились, что Игорь Ябуховский в дневниках похудения в программе «Все будет добре» работает не только с кем-то из своих клиентов, но и практически со всей страной. Вы знаете, вот всего этого я бы не достигла без поддержки. Ну, в первую очередь, хочу сказать своему мужу спасибо, потому что он на месте меня поддерживал, помогал. А во-вторых, огромное спасибо такой прекрасной передаче. Много ситуаций, в которых мы понимаем, что мы не одни. И как прекрасно, что есть мы. Вы даете веру и надежду на то, что на самом деле все будет добро. Надежда, это точно. Спасибо тебе, дорогая. Это так приятно было услышать. Я хочу сказать, конечно же, большое спасибо всем, кто меня поддерживал дома, родителям, друзьям, конечно же, тренеру моему и Игорю. Потому что даже тренера я выбирала, чтобы он был похож по характеру на Игоря. Ничего себе! Ира, ты замужем? Нет. Может быть, ты и мужа будешь выбирать, чтобы он был похож на Игоря? Отличная идея, по-моему. А я хочу сказать, что все в этой жизни возможно. Главное себя взять в руки, поставить себе нужную, правильную цель, и можно всего добиться. Спасибо, Руслан! Действуйте, не останавливайтесь, пожалуйста. Я очень благодарна вам, что вы пришли ко мне в гости. Филе индейки. Диетическое мясо, говорят, даже полезнее, чем рыба. А начнешь готовить, получается жесткое и сухое. Я сегодня купила филе индейки и пригласила в гости Танечку Литвинову. Она расскажет, как сделать его нежным и сочным. Здравствуй, дорогая. Здравствуй, мое. Ура! Запечене м'ясо індички прикрашає святкові столи по всій Америці. Від Білого дому і до пересічної хатини. Ця традиція пішла від переселенців з Англії. Переживши в Новому світі першу сувору зиму, вони влаштували бенкет. Головною стравою на тому святі була запечена індичка, яку на знак поваги індіанці подарували переселенцям. М'ясо невідомо, що англійцям птаха було жорсткішим за курятину та здалося напівголодним людям найсмачнішим у світі. Відтоді для нових американців індичка стала символом життя. Обожаю индейку, это очень вкусно. Сегодня научимся готовить совершенно необычное блюдо. Мне кажется, я сегодня такую маленькую революцию здесь сегодня сделаю, потому что я приготовлю очень необычное тесто, которое совершенно непривычно сочетается с мясом. Ты так увлеклась революцией, что я вообще ничего не поняла. Что же мы будем готовить? Мы сегодня приготовим овощи вместе с индейкой, то есть отдельное блюдо, да, его можно будет считать даже самостоятельным, и сделаем заварное тесто и подадим
Буквально вот заварное пирожное из индейки с овощами. Вот. Одно большое. Это да. Где научилась? Расскажи, а пока давай начнем готовить. Начнем мы готовить с тобой не с индейки, а с заварного теста, так как оно выпекается 40-45 минут. Если боитесь браться за такое, вот, казалось бы, вот необычное блюдо, как заварное тесто, вы можете сегодня понаблюдать то, что я делаю, и поймете, что в этом нет ничего сложного. Когда-то я готовила заварное тесто на уроках труда. Запомнила одну тонкость. Никогда не открывайте заварное тесто в духовке, пока оно не испеклось. Иначе и все осядет. Да, совершенно верно. Это действительно так, но еще очень важно правильно приготовить само тесто. Что я сделала? Я взяла стакан воды, она была уже теплой. То есть можно взять прямо в чайнике, закипятить воду, добавить туда сливочное масло, эту массу, довести ее до кипения, щепотку соли. Заварное тесто, как ты знаешь, оно не сладкое. Да. То есть туда сахар не добавляют. Хотя его используют для пирожных, например, эклеров. Я добавила сюда 100 грамм масла. То есть вот эти пропорции нужно записать. Записать. 200 миллилитров воды, щепотка соли, 100 граммов масла сливочного. В данном случае не обязательно его доставать предварительно из холодильника. И мы даем закипеть нашей массе. А тем временем через сито просеиваем 2 стакана муки. Или 8 столовых ложек сверху. 4 из таких вот столовых ложки – это и есть стакан муки. Это я помню с детства еще, когда наблюдала за тем, что делает мама. Это первый урок, который я выучила на кухне. Когда ты первый раз готовила заварное тесто, тебе показалось это сложным? Ты знаешь, я очень сильно переживала, потому что мама всегда готовила заварные пирожные. Она всегда говорила «тихо». Да-да-да. В доме должно быть тихо, как Пасха, да? Чтобы никаких шумов не было, чтобы пирожные не осели, не упали. Это же заварное тесто мы сегодня с вами будем готовить для такого вот необычного блюда, как индейка с овощами. Мы ждем, пока закипит наша масса. А может быть, можно пока индейку порезать, или мы ее целиком будем использовать? Нет, мы будем ее нарезать кубиками. Приблизительно где-то 1-1,5 сантиметра. То есть вот такой, да? Да, приблизительно вот такого размера. Вот смотри, жидкость уже закипела. Закипела, да. Я ее снимаю с огня и вмешиваю сюда муку. Все 2 стакана прям сразу высыпаю. Не боясь, что там комочки образуются? Ничего не образуется, потому что сразу мы замесим с тобой густое тесто. Комочков никаких не будет. Нужно хорошенько единственное, что вымешать, для того, чтобы убедиться в том, что вся мука смешалась с жидкостью. Вот почему и называется тесто заварное. Буквально завариваем муку в воде. Совершенно верно. Смотри, буквально 4-5 движений ложкой, и получилось заварное тесто. Очень-очень быстро и просто, никаких комочков нет. Вся мука очень хорошо быстро смешивается. Угу. Из-за того, что водичка была горячей. Пока все не сложно. Да, пока все не сложно. Я отставляю тесто в сторонку и даю ему остыть. Вот это и есть тот секрет, о котором не знают многие хозяйки, и у них не получаются заварные пирожные. То есть температура нашего теста должна быть не больше 80 градусов, когда мы будем сюда добавлять яйца. Нужно буквально дать постоять 5-10 минут. Так. А тем временем мы займемся начинкой. А ты нам расскажешь, откуда ты узнала рецепт этого замечательного блюда? Ты знаешь, у меня есть подруга, она живет в Америке, в Нью-Йорке. И ты знаешь, они традиционно к Рождеству всегда приготавливают индейку. Они ее сначала отваривают, а потом запекают в духовке. Индейку приготавливают с клюквенным соусом традиционно. То есть они ее так вот обмазывают. У них есть множество секретов обмазывания этой индейки. У каждой семьи буквально он свой. Но у нас она какая-то нетрадиционная. Однажды вот надоело уже готовить им таким способом индейку. Оксана приготовила вот такую вот индейку в заварном тесте. Начнем традиционно с обжаривания лука. Немного нагрелась наша сковорода. Мы отправляем сюда по очереди наши овощи. Сколько лука? На вот такой вот пирог из индейки. Одна луковица, 150 граммов зеленого горошка замороженного, помидор, 2 штучки. Видишь, они небольшие, эти помидорки. Уже очищенные. Конечно, нужно очистить от кожуры. Немного сельдерея, обязательно морковь, чтобы она была сладенькая. А сельдерей, корень вернее сельдерея, вот в таком количестве достаточно, да? Да, да. 60, 70, 80 грамм, не больше. А мы его целиком будем класть? Нет, мы его нарежем, но нарежем крупно, так, чтобы мы могли, после того, как он отдаст вкус овощам, оттуда его извлечь. Угу. То есть буквально вот такими вот полудольками. До недавнего времени я даже не представляла, как можно есть корень сельдерея. Ну, разве что иногда чуть-чуть салатики. Но потом попробовала пюре вместо обычного, картофельное, вместе с сельдереем сварила. Это очень вкусно, да? Да.
Вообще сельдерей это очень полезно. Возвращаясь к нашему главному ингредиенту, индейки, я все же удивлена. Филе так вот мягкое. Когда готовишь, жесткое получается. И это чаще всего. Оно получается немного жестким за счет того, что ему нужно чуть больше времени, чем куриному филе. Поэтому просто увеличить время приготовления и очень немного уменьшить температуру. И тогда оно не будет сухим и жестким, да? Совершенно верно, да. Я добавила сюда морковь, чеснок измельченный и горошек. Если бы это был консервированный горошек, то мы бы его в самом конце добавили, совершенно да? верно, да. Смотри, как уже красиво все получается. А помидоры? Помидоры мы добавим чуть позже, тогда, когда приготовятся наши овощи. А порезать их нужно? Да, их нужно порезать по типу конкассе, то есть без серединки, да, без косточек. А тем временем, пока наши овощи уже находятся под крышкой, я могу добавлять яйца. Температура снизилась, по одному яйцу и перемешиваем. И мне очень нравится, как ты подготовилась к этому процессу. Яйца нужно добавлять по одному, поэтому у тебя каждое яйцо в отдельной формочке. Все же должно быть красиво. А почему так, Танюш? Потому что они смешиваются довольно сложно с этим тестом, так как там есть масло в составе, нужно время, чтобы яйца туда вмешались, соединились с мукой. И мы будем смотреть, чтобы яйцо полностью перемешалось, и только потом добавлять следующее, да? Да. И вот эта температура, ты говорила, 80 градусов, а если будет меньше, например, 50? 5, максимум 10 минут нужно дать тесту постоять, можно даже засечь время. А если взять слишком горячее тесто и добавить яйцо, то свернется? То тесто просто очень быстро поднимется, очень быстро опадет. Я смазала форму сливочным маслом, причем до верха бортика. Для того, чтобы, когда тесто наше поднялось, мы могли его потом оттуда без труда извлечь. Какое эластичное и мягкое оно получилось. Оно очень похоже на заварной крем, да, по консистенции, только он более густой. Мы видим, что все яйца перемешались, это очень важный момент. И отправляем его в форму прямо вот так вот ложкой. Если есть кондитерский мешок большой, конечно, можно его использовать. Но так как не у каждой хозяйки есть мешок, я показываю, что может получиться, если вот сделать это вот таким вот простым, обычным способом. Отправив это тесто, мы его просто разравниваем ложкой. Если плохо получается, ложку можно намочить. И для этого рецепта мы используем разъемную форму. Можно форму любую. Прекрасно тесто отделяется от формы. Видишь, ложкой мокрой делать это гораздо проще. Только с нее не должна стекать водичка. А что там овощи? Можно их помешать немножко. А когда нужно будет вынимать сельдерей? В конце, когда мы уже обжарим нашу индейку. Ну, под крышечкой, конечно, здесь появился сок. А они полностью приготовятся, да? Прежде чем отправиться в пирог. Или будут полусырыми? Нет, они будут готовыми, полностью готовыми. То есть это будет самостоятельное блюдо. А сейчас мы с тобой готовим вот такую вот интересную праздничную, я бы сказала, подачу. Какие вот особенности есть у этого теста, благодаря чему оно получится обязательно? Тесто получается даже у одной и той же хозяйки всегда разным. В зависимости от того, сколько раз даже ты его перемешаешь ложкой, консистенция теста может измениться, да, вот мы с тобой сейчас мешали в машине, консистенция теста более плотная и густая. Если бы мешали ложкой, она могла быть чуть-чуть более жидкой. Духовка разогрета до 180 градусов. Да, да. Очень важный момент, чтобы наше тесто отправилось именно в разогретую духовку. И проведет там от 40 до 45 минут, не меньше. Подрумянится тесто раньше, приблизительно через 20 минут оно уже будет румяным. Но это не будет говорить о том, что пирог уже испекся. 40-45 минут и ни разу не открывать. Можем с тобой добавлять помидоры и индейку. Одновременно, да? Да, чтобы индейка была сочной и пропиталась всеми овощами, мы с тобой это делаем одновременно. Ну, ты говорила, что мы индейку должны готовить больше времени, чем курицу, допустим. А овощи-то у нас уже почти приготовились. Ты знаешь, овощи должны были соединиться между собой, и этот вот общий аромат, он должен передаться мясу. Mm-hmm. Если бы овощи были сырыми, то этот процесс был бы немножечко скомкан. Вот помидорам нужно чуть меньше времени, поэтому мы сейчас с тобой уменьшаем температуру и уже в конце добавим травы и соль. Мне кажется, здесь больше подойдут прованские травы, хотя карри тоже будет хорошо.
Я поставила буквально на двоечку, на троечку, чтобы оно нежно томилось, это мясо. Если вы видите, что недостаточно сока, то можно добавить немножечко водички. В этом пироге можно заменить индейку каким-то другим мясом? Например, курочкой? Конечно, можно. Ну что, настал торжественный момент, когда мы можем посолить, добавить специи, прованские травы, но не слишком много, чтобы не перебить запах овощей. И извлекаем оттуда сельдерей. Мы взяли его аромат. Видишь, достаточно большое количество жидкости выделяется. А вот эта жидкость не помешает нашей начинке для пирога? Она у нас выпарится. Сейчас мы добавим сюда сливки. Приблизительно полстаканчика, чуть-чуть, может быть, больше сливок для того, чтобы загустить нашу смесь и немножко увеличить температуру, снять крышечку, чтобы выпарить лишнюю жидкость. Это нужно сделать обязательно, иначе наше заварное тесто, оно очень тонкое и нежное, оно слишком излишне промокнет и испортится вкус нашего пирога. По мере того, как будут работать наши сливки, они загустят нашу смесь. А, кстати, прекрасная идея сделать вот такое филе индейки с овощами, как отдельное блюдо. Да, да, совершенно верно. Ну что, кажется, наш корж приготовился. Давай посмотрим. Давай. Смотри, какой он красивый и румяный. Подожди, ну что я вижу? Он опустился там? Он интенсивно поднимается кверху и потом может немного в каком-то месте опуститься. Ничего страшного нет, так как для этого пирога нам понадобится только бортик, чтобы наше блюдо держалось вместе. А вот эту вот часть, серединку, да, мы вырежем с тобой, измельчим ее в крошку. Используем ее для того, чтобы залатать дырочки на дне, так как они могут образоваться в процессе выпекания, потому что заварное тесто ведет себя совершенно непредсказуемо. Оно где-то сильно поднимается, где-то образовывает трещинку и лопается. Поэтому вот конкретно для этого блюда есть маленькие такие вот хитрости и тонкости. Берем аккуратненько по периметру вот так вот ножиком надрезаем. Нам нужен бортик. И если американцы в День благодарения запекают большую целую индейку, то мы можем под Новый год, например, приготовить вот такой вкуснейший пирог. Ты видишь, что все тесто пропеклось. Кстати, вот об идеях с заварным тестом. Я знаю, что некоторые мои подружки готовят не только сладкие пирожные, но и вот такие маленькие эклерчики, куда закладывают начинку с тем же сыром, с ветчиной, смешивают разнообразные мягкие сыры. Мы буквально отправляем на тарелку и прям с тарелкой отправим наш пирог в духовку. Ты увидишь, как это будет красиво и вкусно. Помидор. Хорошо, что начинки здесь будет много. И ты видишь, что сливки очень даже не помешали, да? То да. Есть мы знаем, что филе, оно немного суховато, поэтому и сливки, и овощи здесь очень-очень кстати. Здесь такое количество вкусного и полезного индюшиного мяса, что наесться может целая семья. Это же практически большое праздничное блюдо. Ненастные зимние дни, оно получается такое солнечное и праздничное, и яркое. Наш пирог практически готов для того, чтобы отправиться, чтобы образовалась корочка из сыра. Нужно разогреть духовку? 180-200 градусов для того, чтобы образовалась корочка. Всего 10 минут, и мы увидим, каким получится наш пирог из заварного теста с индюшкой. За 10 минут духовки, разогретой до 200 градусов, наш пирог покрылся румяной сырной корочкой. Значит, готов? Да, этого достаточно для того, чтобы мы могли уже его подавать к столу. Та-да-да-дам! Он на готов. Вид великолепно! Вот такая вот интересная идея от моей подруги из Нью-Йорка подарена сегодня вам. Мы его аккуратненько разрезаем. Начала я с краев, ты видишь, да, они очень хрупкие такие, хрустящие, я бы сказала. И ты посмотришь, какой он красавчик в разрезе. И здесь секрет не только в красоте, но и в пользе. Ведь мы научились, готовя этот пирог, правильно готовить филе индюшки, чтобы оно было нежным и сочным. И теперь это можно использовать для приготовления всех блюд с этим диетическим мясом. Рекомендую подавать его зеленью кинзы. Зелень кинзы сделает его еще более свежим и нежным. Он стал еще красивее. Для приготовления пирога из заварного теста с индейкой нам понадобится филе индейки, мука, лук, чеснок,
морковь, корень сельдерея, растительное масло, сливочное масло, зеленый горошек, помидоры, свежая зелень, яйца, сыр, прованские специи, соль, вода. Для начинки нарезаем лук, овощи, индейку кубиками. Обжариваем до золотистой корочки лук, добавляем морковь, сельдерей, чеснок, зеленый горошек и индейку. В конце добавляем специи, солим и перчим. Для приготовления теста в ковшике нагреваем воду с солью и сливочным маслом, доводим до кипения, снимаем с огня и постепенно вмешиваем муку. Затем вводим по очереди яйца. Круглую форму для выпекания смазываем маслом и распределяем равномерно тесто. Духовку, разогретую до 180 градусов, отправляем тесто для выпекания на 40-45 минут. Вынимаем середину пирога и укладываем туда начинку. Сверху засыпаем тертым сыром и отправляем в духовку еще на 10-15 минут. Подавать пирог украшенным зеленью. Я думаю, что можно попробовать. Это очень необычное блюдо, и я думаю, что ты сегодня убедишься в этом. Сразу несколько секретов ты нам раскрыла. Во-первых, секрет приготовления нежной и сочной индейки, для того, чтобы она всегда удавалась на славу. Ну и, конечно, сочетание этой мясной овощной начинки с заварным тестом, да. На самом деле, кто говорил, что индейка жесткая, очень мягкая и сочная? Спасибо, Танюш. Вы записали этот рецепт? Правильно сделали, это очень вкусно. Каждая мама знает, как трудно накормить ребенка, если он не хочет. И у каждой мамы на этот счет есть свои маленькие хитрости. Сегодня мы с вами узнаем, какой завтрак обожал в детстве гениальный повар Эктор Хименес Браво. А расскажет нам об этом его мама Тонья Архенис. Встречайте! Здравствуйте! Как же я рада вас видеть! Если бы вы знали, как много теплых слов мы уже услышали о вас, от вашего сына, которого мы любим и за которого мы вам говорим спасибо! І вам дуже вдячна, що ви мене запросили. Я з радістю поділюся з вами усіма матусиними секретами. Дбайлива, добра, ніжна – це все про неї. Найулюбленіша жінка Ектора Хіменеса Браво – його мама. Сьогодні вперше в гостях у шоу «Все буде добре» Тонья Архенис розповість несподівані історії життя маленького Ектора. Як зі звичайного хлопчика виховати всесвітньо відомого професійного шеф-кухаря. Мати Ектора ділиться рецептом тільки в нашому шоу. Скажу по секрету, що у дитинстві моєму синові зовсім не подобалося їсти, а особливо снідати. І я весь час мала щось вигадувати, аби Ектор не йшов у школу голодним. Доводилося бути не лише мамою, а й чарівницею. Но он нам много рассказывал о том, что вы ему готовили в детстве. Говорил о том, что очень любили готовить что-то из кукурузы. Сьогодні ми приготуємо арепас де чокло. Ектор, я вижу, прям глазки заблестели, вспомнил, как любил это блюдо в детстве. Не знаю чому, але я справді не любив снідати. Адже потрібно було дуже рано вставати. Скільки починалися уроки? О 5 ранку. Я хотів лише одного – ще поспати. А чому так рано? Певно, щоб привчати дітей з малку використовувати час з користю. Але уявіть собі, що я повинна була вже о 4 ранку накривати на стіл. Бідні колумбійські діти! Ну ти знаєш, коли так рано встаєш, в житті все вдається, і ти в цьому убедився. А вам тоді, Тонья Архенис, во скільки приходилось вставати, щоб приготувати завтрак? О 3 ранку. В 3 утра. Я це називаю в 3 ночі. Відкрийте секрет цього завтрака. Приготувати арепас можна заздалегідь. А рано вранці просто розігріти. І не треба гаяти час на приготування. Просто розігріти, подати з какао та й усе. Сніданок готовий. І Ектор швидко навчився готувати цей завтрак? Звісно. Він завжди любив допомагати мені на кухні, тому я його навчала всього, що сама вмію. А репас у нього завжди виходили бездоганні. Вони готуються елементарно. Так. З чого почнемо, мамо? З цього? Так, з меладо. Добре, тоді я вмикаю плиту. Меладо? Ми-то не знаємо, що це. Меладо – це сироп з додаванням води, цукру та кориці. Його варять на малому вогні, доки він не стане густим, наче карамель. Ектор, ми ж хочемо знати всі твої секрети, ну ти розумієш. От яким він був малышом? Є фотографії?
Ні, мам, я ж просив не показувати нікому цю фотографію. Тепер я точно ніколи не знайду собі наречену, бо вся Україна вже побачила ці світлини. Може, я соромлюся? А я тобою пишаюся. І нічого поганого в цьому не бачу. Я за ним так сумую і так його кохаю. І весь час переглядаю всі наші старі фотографії та згадую, як нам було добре разом. Ну, от на фотографії йому 3 годика, да? Так, так. І який він тоді був? Що найцікавіше він тоді робив, коли був малышом? Він був найкращим, найсимпатичнішим та найвихованішим малюком у світі. Мамо, але чому ти тоді мене сварила та весь час критикувала? Я ж не кажу, що він не був вирадливий. Ектор, мама була строгою в дитинстві? Да. Як і будь-яка мати, іноді я мала на нього трохи крикнути. Ну, а от якщо уж зовсім балувався, от так от по попі от давали? Ну, може, зовсім трохи. Чуточку. Мамо, ну навіщо ти все це розповідаєш? Було навіть таке, що я захворіла та лежала в ліжку. А він щось накоїв і сам приніс мені ремінь, аби я його посварила. Значить так, я нічого про це не хочу чути і буду готувати свої улюблені арепас де чокла. Ну, зато дуже хороший мальчик вийшов. Ви знаєте, в Україні Ектора так люблять, от як родного. Дякую вам. Я дуже задоволена, що його полюбили в такій чудовій державі, як Україна. Мамо, годі мене хвалити. Краще підкажи, що мені треба зробити спочатку. А то я трохи забув. Ти ба забув він? А як же ти зібрався готувати? Спочатку треба подрібнити кукурудзу. А має бути сира чи заморожена? Будь-яка. Можна навіть взяти кукурудзяне борошно. Кукурудзні зерна ізмільчаємо. Але хай він сам це робить. В мене вже сил не вистачить. Страва ця дуже корисна. В ній багато поживних вітамінів. Знаєте, доня Аргеніс, ви говорите о їді з таким же вдохновенням, як Ектор. Мені кажется, ви дуже любите готувати, да? Так, сеньора. Я дуже люблю готувати, запрошувати до себе гостей та пригощати чимось смачненьким. Екторові дуже подобаються мої страви, домашня кухня. Він звик до них. Мамо, ти знову розкриваєш усі мої секрети. Звісно, вона ж тебе любить. А от ви приїхали в Україну, да? І що Ектор сказав? Мамочка, приготовь, пожалуйста, что-нибудь, як дома. Или наоборот, сам вас угощає сейчас? Тепер вже він мені готує. І постійно мене балує українською кухнею. До речі, мені дуже сподобався цей ваш суп із буряка. Борщ. Борщ! А ви вже самі пробували готувати борщ? Ні, я їй не дозволяю готувати. Ну, він вже говорить, мамочка, віддихай, я так тебе люблю, віддихай, пожалуйста. Так, він постійно каже, щоб я відпочивала, хвилюється за мене. Саме так. Але, мамо, я весь час забуваю, що саме потрібно додавати в арепас? Лише яйця і борошно? Так, завдяки борошну арепас можна буде випікати, як оладки. Будемо руками ліпити, да? Ні, але в дитинстві мама саме так робила. Так, я руками ліпила. Арепас – це кукурузні ліпешки. Так. Ну що, мамо, залишилося додати солі та цукру? Півложки? Так, бо ми ще меладу будемо додавати. Да, у нас я так переживаю, щоб ти нічого зайвого про мене не розповіла, що й забув про меладу зовсім. Не хвилюйся, Ектор. У меладу ми додали цукор, воду, паличку кориці та трохи лимонного соку. А якою має бути консистенція? Як мед. Точно. Для приготовления мелады нам понадобился коричневый или обычный сахар, палочка корицы, вода, сок лимона. Все ингредиенты перемешать и варить на слабом огне до загустения. Цвет изменился. Як мед. А вместо корицы палочкой можно просто порошок корицы насыпать? Ні, не думаю. От тепер ви розумієте, що моя мама дуже сувора людина. Строга. Сказала палочку кориці, як отрізала. Все правильно. Так, інакше смак буде інший. І туди, в ліпешки відправляю. Скільки нам понадобиться кукурузи? Приблизно 300 грамів кукурузи.
Одне яйце. Одно. А скільки борошна, мамо? В залежності від того, наскільки волога суміш, потрібно більше або менше борошна. І от так должно получиться. Это правильно, да? Подивись, мамо, як тобі? Не дуже густе тісто? Наче нормальне. І вже туди додали меладу. Готове, а скільки потрібно туди додати? 2 столові ложки. Але, мамо, схоже, що вже назріває перша сварка між нами. Я вважаю, що тісто має бути рідшим. Синко, я не буду з тобою сперечатися. Роби, як хочеш. Я можу принести вам ремінь. Може, й треба. Але він завжди був примхливий. Но есть же очень интересный вопрос. Помните его первую любовь? В какую девочку он влюбился и сколько ему было лет? Звісно, я пам'ятаю. Він закохався у дуже чарівну дівчинку. Розповідав мені про неї, як про Янгола. Як її звали? Як її звали? Сандра. Саме так, Сандра. Сандра, і ми тепер знаємо. А скільки тобі літ, Ектор, тоді було, коли Сандра з'явилася в твоїй житті? Навіть не згадаю. Десь 12. Ах, ти ж маленький шалун! Ну що, готове? Здається, я забув протерти сир. Видиш, хорошо, коли з мамою вместе готовиш. Раз і напомнила. Який сир потрібно взяти? Солоний сир. Так, натираємо його зовсім трішки. Ага, прямо в заготовку для ліпешок. Так. Вже набагато краще. На пательню додаємо вершкового масла. Іменно потрібно на сливочному маслі жарити? Ні, можна і на олії. Звичайно. А тепер ми просто акуратно викладаємо суміш, як оладки. Да. І розрівнюємо її за допомогою ложки. І скільки він мог з'їсти таких ліпешок? Йому так подобалися, що він міг усю сковорідку з'їсти. А репас, я так розумію, більше сладкі ліпешки чи все-таки солені? По-різному. Наприклад, там, де я народилася, в місті Коліма. А репас робили солодкі, але з солоною начинкою. З ковбасою, цибулею і яйцем, сиром та томатами, з м'ясним соусом. Практично блюдо на всі случаї житті, да? Можна хоч сладким, хоч соленим, хоч з ковбасою, хоч з медом. Саме так. І саме головне, що дітям подобається. А вже ж. Я дуже піклувалася, щоб у Ектора був розвинутий смак. А коли ви поняли, що він збирається стати поваром? Якщо чесно, для мене це було несподіванкою. Адже я завжди мріяла, аби мій син став пластичним хірургом. Да. Ектор, ти би мог бути пластичним хірургом. От хто би увеличив мені грудь. А вместо этого я ем кукурузные лепешки. Да, кстати, получается, что, Эктор, ты мне можешь только попу увеличить, если я буду много есть твоих вкуснейших блюд. Слушайте, а почему вам хотелось, чтобы он был пластическим хирургом? Бо я вважаю, що він має прекрасний естетичний смак. Відчуває красу. Після школи він поїхав до училища в Букараманго, а потім мав вступити в університет в Боготі. Але він сказав, ні, не хочу бути лікарем. Кухня, ось моє місце. Я не розуміла, як можна проміняти професію пластичного хірурга на репас. Але як мати, я підтримала його. В итоге, мне кажется, ты выбрал правильный путь. Эктор, ну ты помнишь этот момент, когда маме не очень нравилось, что ты собираешься стать профессиональным поваром? Звісно. А мій батько хотів, щоб я став архітектором. Так, але тепер він архітектор їжі. Кстати, он и пластический хирург еды. У него такие красивые блюда получаются. Саме так. Доня Археніс, а як правильно їх хранити в холодильнику і скільки вони можуть там пролежати? Ми їх їмо впродовж тижня, тож десь 7 днів. Так можна зробити багато, положити в холодильник, розігрівати на завтрак і, пожалуйста. Саме так. Перша порція готова. Наскільки я знаю, ти в дитинстві 3 штуки з'їдав, так що це тільки для тебе, поки. А як от в Колумбії положено сперва дітей угощать, а потім родителі. От у нас мама самий вкусний кусочок ребенку дає. Звісно, мати найліпший та найсмачніший шматочок завжди у першу чергу віддасть своїм діткам. Надю, ми до тебе разом більше ніколи не прийдемо, адже я тут наче відкрита книга. Моя мама навіть сковорідки не торкнулась. Все розказую в подробицях.
А вы смотрели вот программу нашу «Все буде добре», в которой Ектор участвовал? Доня Археніс. Мені дуже подобається. Ну і як він нравиться вам? Обожнюю. Обожнюю. Дуже приємно. Я заради цього з Колумбії приїхала, аби побачити свою дитину по телебаченню. Ну що ж, а репас майже готові. Да. Мамо, ти мені сказала, що є варіанти, як куштувати їх. Без нічого або сиром. Та полити зверху меладо. Буде дуже смачно. Так, обожнюю бринзу. Додамо трішки меладо. Все, смотри, мама делает так, как ты, Ектор. Идеальная презентация. Ой, знаете, Доня Археніс, еще похвалю немного вашего сына. Когда Ектор на кухне готовит, у него всегда идеальный порядок. Вот он как-то может готовить и одновременно все убирать. Он вообще и в жизни очень любит чистоту, да? Він у мене справжній чистюля. Коли я приїжджаю до нього в Україну, я завжди дивуюсь, як у нього все чисто, прибрано, на своїх місцях, ані пилинки. Він навіть суворіший, ніж я у питаннях чистоти. А скажіть, будь ласка, от у Ектора в дитинстві було ж якесь прізвище, от як ви його називали? Комарик. Комарик. Комарик! А що тут такого? Адже я був дуже маленький, худенький і дуже енергійний. Завжди робив декілька справ одночасно. Але я ж не хотів, щоб ви та вся Україна знали про це. Мені кажеться, дійсно, Ектор, ми вже знаємо всі твої секрети, навіть те, що тебе в дитинстві комариком називали. Ну, поки ми узнаємо секрети сім'ї Ектора, вже готов наш ідеальний завтрак, по-моєму. Хочеться спробувати. Colombian breakfast. Традиционный колумбийский завтрак. И не просто колумбийский завтрак, а тот завтрак, который с удовольствием ел Эктор в детстве. Эктор, вот ты помнишь, как это было? Сейчас вдыхаешь аромат. И что вспоминаешь? Цей запах завжди буде нагадувати мені про те, що я вставав о 4-й ранку до школи. Але смак солоного сиру та солодкої кукурудзи з меладо – це щось неймовірно смачне. Дуже смачно. Вкусно? Дуже смачно. Ну, конечно, это похоже на наши любимые оладушки. Вот только из кукурузы. Привычный вкус и в то же время по-новому. Я как будто в Колумбии побывала. Спасибо вам большое. Для приготовления кукурузных лепешек арепа де чокло нам понадобились зерна кукурузы, сыр, сахар, немного соли, сливочное масло и меладо. Кукурузные зерна измельчить и смешать с половиной сыра, добавить меладо, сахар, соль, все тщательно перемешать. Обжаривать на сковороде, смазанной сливочным маслом, с обеих сторон до образования румяной корочки. Готовые кукурузные лепешки подавать теплыми с меладо и сыром. Сегодня мы научились готовить завтрак, который в детстве готовила мама Эктора. Хотите, чтобы ваш ребенок был таким же замечательным и талантливым? Приготовьте ему кукурузные лепешки. И я уверена, у вас все получится. И все будет добро. С приходом холодов мы вынуждены закупоривать наши ножки в закрытую обувь. Кожа не дышит, от этого грубеет, часто появляются даже трещины. Как решить эту проблему, чтобы наши пяточки и осенью, и зимой оставались розовыми и нежными, как у младенца? Поспешим узнать у нашего эксперта по домашней косметике Олечки Сеймур. Здравствуй, дорогая. Здравствуй, Олечка. Согласись, эта проблема существует. Ты знаешь, я обратила внимание на то, что, как правило, у мужчин пяточки и стопы более нежные, более аккуратные и менее имеют вот такую проблему, как трещины на пятках, ороговевший слой, натоптыши, которые находятся вдоль пяточки или на пальцах, или на плюснах. А что это им так везет? Потому что мужчины постоянно ходят в носочках, и, как правило, хлопчатобумажных носочках. Мы же, женщины, с вами носим капрон, нейлон. Да еще и высокие каблуки. Высокие каблуки. Это приводит к тому, что кожа излишне сохнет, кожа натаптывается, ороговевшись,
проговевший слой не уходит, он нарастает один на один, получаются некрасивые стопы. И более того, чем больше вот этот роговевший слой, тем больше это влияет на ваше самочувствие. Кстати, от этого могут быть колебания давления. Ничего себе. Кстати, от этого может быть головные боли, мигрени, от этого может быть расстройство пищеварительной системы. А как это связано? Подожди. А вспомни китайские классические массажи, китайские трактаты. Весь организм спроецирован на стопах. Поэтому, если у нас роговевший слой частички слишком наросли на наши ножки, то это блокирует определенные точки. Китайцы их называют меридианы. Это выход венки, капиллярчика, нерва и так далее. Лимфосистема, то есть это такая маленькая точечка. Она ороговевает, на нее идет давление, и это влияет на внутреннюю нашу состояние организма. То есть нам жизненно необходимо, чтобы стопы были нежными и мягкими. И ухаживать за ними надо не просто от случая к случаю, или как мы привыкли, раз в месяц педикюр, это еще очень хорошо, а постараться просто нехитрыми, совершенно нехитрыми способами каждый день. Мы принимаем душ и не только намыливаем тело, не только думаем о волосах, мы еще одну минуточку уделяем нашим стопам. Что именно? Вот для этого нам необходимо вот такие прекрасные пемзы. Они великолепно подходят. А также нам понадобится вот такая синтетическая щеточка. Мягкая достаточно, но упругая. Упругая, да. Вот такие металлические терки, ни в коем случае ними пользоваться нельзя. Нельзя. Они травмируют кожу, и они не снимают ороговевший участок, а просто вырывают куски. Там образуются микрозазубринки. Эти зазубринки начинают цеплять нам колготки, носочки. И дальше по этой зазубринке кожа нарастает еще быстрее. Что мы делаем? Мы, когда распариваем ножки, намыливаем все тело, садимся. Ни в коем случае не стойте, потому что можно упасть. Аккуратно. Мыльцем, либо каким-то гелем. Очень хорошо, если у вас есть овсяночка, и овсяным молочком вы пользуетесь. Нанесли на стопочки, каждый пальчик вот так помассировали, буквально одну секундочку. Чуть-чуть за каждый пальчик потянули, стопочку буквально помассировали, и щеточкой и пемзочкой немножко потерли. Все, на это уходит, я вас уверяю, ровно одна минута. А польза будет? А польза будет. Дальше. Обязательно заведите себе каждый, да, член семьи, вот такие вот есть из мочала. Это натуральное, да? Да, да. Жесткое? Жесткое. Есть варежки, рукавички, всевозможные мочалочки, которые вообще полезны для тела, но особенно полезно делать массаж такой мочалкой всей стопы и ножки вплоть до бедра. Дело в том, что мы начинаем массировать, опять же таки в ванной, пока моетесь, от стопы, от пальчика, круговыми движениями, вот такими вот, да, и по ножке до коленки. Это очень хорошо не только убирает какой-то вот ороговевший слой, но это делает массаж, восстанавливается кровообращение, и ваши пяточки не будут так сильно нарастать. Также годится просто половинка лимона, попку лимона отрезали, чай с лимоном пьем, а попкой лимона протерли наши трещинки и наши сухие части. Ходите дома в хлопчатобумажных носочках. Прекрасно. Но сегодня, Надюш, такой рецепт. Утром, если вы готовите овсяную кашу для вашей семьи, заготовьте ее несколько побольше. Представьте, что у вас есть еще два новых члена семьи. Это ваша правая и ваша левая нога. И вот просто вы варите кашки побольше. Но теперь выбрасывать остатки овсяной каши мы точно не будем. Точно не будем. Значит, можно сварить овсяную кашку на воде. Можно на молоке, и, кстати, на молоке даже еще лучше. Можно добавить туда сливок и немножко сливочного масла. Ну, то есть, в общем-то, все, что мы... Настоящая каша. Настоящая каша. Эту, только видишь, нам на нее понадобится вот сколько. Здесь где-то стакан, да? Ну, да, ее понадобится достаточно много. Дальше мы берем лучше всего, просто идеально, это льняное масло. Если у нас нет льняного масла, но есть семя льна, то можно варить кашу вместе с семенем льна. Тогда получится вот консистенция та, которая нам нужна. Ну или просто, если у нас уже, нет у нас льна, да, мы берем обычное рафинированное оливковое, но в крайнем случае подсолнечное масло. И вот на такую вот стакан, да, овсянки мы добавляем 4-5 столовых ложек масла. Мы хорошо это перемешиваем. Даже можно, знаешь, как такой сделать, как блендерик. Да? Аж немножко взбить, да? Да.
Хорошая каша-малаша. Но я уверена, что она вкусная, поэтому очень интересно, что с ней дальше делать. Если у вас серьезные проблемы, если есть грибок, например, или трещинки, можно добавить на кончике чайной ложечки куркумы. И куркума является самым лучшим антисептиком и убивает всевозможные вирусы и бактерии. Значит, этот рецепт мы делаем, когда мы можем полежать хотя бы часа 2-2,5. Если мы это сделаем на ночь, так, да, то это будет просто великолепно. Для этого нам придется подставить кувшинчик с водой и тазик под кровать пододвинуть. Да? Почему? Мы кашицу делим пополам и наносим на стопы, на пальчики, на пятки. При этом, знаешь как, берешь 2 пакетика, вот маечка обычных, одноразовые, и как носочки их одела, и просто вот в кашицу погрузила, Оля, завязала аккуратненько, полиэтиленовой пленочкой сверху, чтобы не... И одела теплые шерстяные гетры. Но ты знаешь, у меня есть такие носки интересные, которые вот с такими резиночками на подошве, чтобы не скользить. И, в принципе, я могу заниматься по дому, ходить, если я одену вот такие носки. То есть в каше можно еще и ходить? Конечно, да. Но только смотрите, потому что в пакете, в каше ноги становятся скользкие. Да, можно просто травмироваться. Если есть возможность, полежите. Какое количество каши нужно взять для одной ступни? Вот ты пополам поделила, то есть приблизительно вот эта вот часть, она уходит для одной стопы. Это должно быть очень-очень плотно, вот прям в кашице. Ножка должна париться, понимаешь? Ага. Эффект получается распаривания. Около, ну, минимум час. Лучше, если вы подержите часа 2-2,5. Аккуратненько сели, в тазике это сняли, потому что каша начнет выпадать. И промыли тепленько водичку. У вас весь ороговевшая часть, она отойдет, станет прямо вот такая беленькая, нежная. Вы берете пемзочку, или еще есть такие терочки, знаешь, как каменные такие, угу, аккуратные. И аккуратненько, вообще это все сводится просто элементарно. Кремчик на ножки, хлопчатобумажные носочки, и ваши ноги просто будут вам говорить такое спасибо. Вы лучше будете... педикюра? Да, абсолютно. Слушай, по поводу того, как вот сходит этот ороговевший слой. У меня есть подруги, которые срезают лезвием вот эти мозольки, которые образовываются. Как ты к этому относишься? Знаешь, это, во-первых, такие радикальные вещи. Действительно, есть профессиональные... мастера педикюра, которые получают специальное образование и мастер-классы для того, чтобы уметь правильно, во-первых, знать, какой мозольчик срезать, во-вторых, какой стороны пяточку и как это сделать, в-третьих, у них есть великолепный специальный инструмент, и в-четвертых, это выполняется, это считается микрохирургическая процедура. Ого. Поэтому делать никаким лезвием ни в коем случае нельзя, потому что это очень опасно. Ой. Во-вторых, это делу не поможет. Там, в этом месте, где вы срезали, будет нарастать в 2-3 раза больше, и я даю вам 100%. Летом, когда вы оденете шлепки, босоножки, на этом месте у вас появится трещина. В общем-то, достаточно вот таких простых, совсем нехитрых процедур, для того, чтобы вы чувствовали, что ваши ножки красивые, но главное, что вы здоровы, и все у вас добро. Спасибо тебе, моя дорогая. И снова овсянка творит чудеса. На этот раз с кожей наших стоп. Оставайтесь у меня в гостях. Дальше еще много интересного и полезного. Мой сын недавно постирал в стиральной машине свой пуховик и, кажется, безнадежно его испортил. С этой проблемой я обратилась к своему другу Тарасе Шпира. Встречайте. Здравствуй, мой дорогой. Принесла вот тебе, что делать не знаю. С этим пуховиком, по-моему, все ясно. Его использовать уже в дальнейшем не получится. Нельзя. Там все скомковалось, да. Пух в одном месте, пустое место в другом. В нем просто холодно и невозможно ходить. На самом деле, я смотрю, что пуховик вроде бы ничего, но если вы неправильно его постирали, каким бы дорогим он ни был, поверьте, друзья, что вам придется его отправить на дачу и ходить в нем исключительно за грибами. В дальнейшем нужно обращать внимание, насколько качественно сшит тот или иной пуховик. А какое отношение это имеет к стирке? Ну как какое отношение? Смотри, если пуховик некачественно был пошит, обрати лезет внимание, пух. Да, вот сюда вот посмотри, лезет пух. То есть это обозначает, что плохо прошито, нету двойной подкладки, которая защищает вот все эти перышки от вылезания наружу. А представь, вот такой пуховик, просто взять и положить в стиральную машину. И включить его.
Так, хорошо. Мы в конце, во-первых, получаем абсолютно разобранную конструкцию. Весь пух у нас повылазит наружу. И в итоге с этим пуховиком не то, что потом на улицу выйти. Его страшно даже кому-либо показать. То есть пуховик может пострадать во время стирки в первую очередь, потому что он некачественный, в первую очередь. И во вторую очередь, потому что вы его неправильно стираете. Что нужно делать? Обязательно. В момент, когда вы стираете пуховик, вот на этом, если можно, я покажу, его нужно вывернуть. Вот так вот. Вывернуть наизнанку. Раз. Потом два. Это мы уже готовим его к стирке, как бы, да? Готовим к стирке. Переворачиваем. Внимание, обязательно застегиваем молнию. Ух ты, а зачем мы так делаем? Мы делаем это для того, чтобы по основным швам пух у нас не повылазил. Мы как бы защищаем лицевую сторону от всех повреждений. Если вдруг повредится у нас подкладка, это не страшно. А если мы повредим лицевую сторону, будет очень обидно. Ну да. Это как одно из правил. И почему закрываем молнию? Ну да. Дабы не деформировалась молния во время стирки. Прекрасный совет. И не появляются волны после стирки. В данном случае эта проблема решена. Кроме того, друзья, никогда не стирайте пуховички вместе с другими вещами. Вы потом перья и пух из них просто не выберете. Вы потеряете в случае неправильной стирки не одну вещь, а несколько. И очень важный момент. Порошок из настоящего пуховика, он никогда не выстирывается. Нужно использовать исключительно жидкие моющие средства для деликатных тканей. В таком случае как бы легко выполаскивается, чистится наш пуховик. Еще один важный момент. При стирке пуховика самая главная проблема, когда пух сбивается такими комками. Таких комков здесь предостаточно. Ну вот, место, например, в котором вообще нет пуха. Хочу предложить вспороть. О, давай, этот все пуховик равно все равно уже конечно терять нечего. Вот здесь вот так вот разрезаем. И смотри, вот наш пух. Здесь, кстати, больше пера. Пуха мало, и вот эти вот массы, комки, от них уже никуда не деться. И на самом деле я видел, я знаю даже людей, которые после стирки пуховика несколько суток, а то и недельку распределяют пух и перья по своей куртке. Да. Девушка заулыбалась, наверное, делала такую процедуру. Есть очень такое верное средство, как справиться с этим, и дабы процесс разглаживания не был таким томительным. Ну расскажи. Ты теннис большой любишь? Обожаю. Так вот, с помощью теннисных мячиков, которые у многих хранятся дома. Во время стирки мы можем предотвратить появление вот таких вот комков в пуховике. Вместе с пуховиком в стиральную машину с жидким моющим средством кладем чистые, внимание, не после игры, мячики для тенниса. А сколько? 3-4. Во время движения вашей машинки мячики постоянно летают по барабану. В барабане, кроме вашего пуховика и мячиков, ничего нет. И, по сути, постоянно распределяет пух равномерно по всей куртке. И тем самым мы с вами решаем одну из таких важных проблем, связанных с пуховиком. Распределение пуха и перьев по пуховику. Да, в игровой форме. Эти мячики достаточно яркие. А вдруг они полиняют? Их перед этим, если желаете, можете в вашей машинке прогнать, чтобы они постирались. Дабы, если краска есть какая-то, она, конечно же, уйдет. Ну и после этого смело можете приступать к стирке вашего любимого пуховика. Мячик такой стоит не более чем 12 гривен. А новый пуховик, да, сами понимаете. И дабы ваш пуховик не полинял вместе с шариками, стирка должна быть при температуре не выше, чем 30 градусов. И очень важный момент. Мы потом минимум 3 раза должны прополоскать наш пуховик. Это машинная стирка, мы разобрались. И как качественный, так и не очень качественный пуховик иногда приходится стирать вручную, да? Да. Есть ли правила такой стирки для пуховика? Ну, принцип аналогичный. Ручная стирка, она гораздо более хлопотная, потому что пух и перья намокают. Температура воды должна быть не выше 30 градусов. Мы используем правильное моющее средство и много раз полощем его, дабы потом на пуховике, особенно темном пуховике, от моющего средства не оставались у нас разводы. А вот это вот отжимание вручную, просто вот сжать и выкручивать? Выкручивать пуховик, вот как, в принципе, как шерстяные вещи, нужно недостаточно сильно. Лучше пусть он подсохнет на балконе, на свежем воздухе больше, чем мы полностью деформируем его. Повесить его, знаете, как на тримпелечек, на балкон, и по мере того, как он высыхает, подходить к нему и так чуть-чуть распределять пух и перья равномерно. Поверьте мне, в процессе высыхания, если вы это сделаете, у вас будет гораздо меньше проблем. Внимание, ни в коем случае нельзя сушить пуховик на батарее, потому что пух и перья
Как раз вот если вы на батареечку положите их, они там, мягко говоря, загниют. И тогда да уже... Да ты что? Да, и так тогда вроде уже бы же их прогреют и вот высушат. В том-то и дело. То, что влага, когда моментально нагревается, вот и начинается процесс образования всяких бактерий, и потом будет пахнуть пуховик. Вы подходите к друзьям, они говорят, дружище, он говорит, да нет-нет-нет, я только постирал. Я только сушил его на батарее. Я только сушил его на батарее. Вы говорите, эврика! У меня, кстати, вопрос такой. После вот такого просушивания на батарее, у кого возникали сложности с пуховиками? Они давали такой неприятный запах. Есть у кого спасибо были проблемы. Спасибо за откровение. Ну, теперь уже таких проблем не будет. Мы знаем, как поступать правильно. Выворачивать наизнанку. Обязательно. Только жидкое моющее средство, теннисные мячики, застегиваем молнию. Все. Ты говоришь, вот вешать пуховик после стирки на плечиках, а под силой тяжести этот пух не опустится, может лучше разложить? На самом деле, поскольку мы хорошо его прополоскаем, раскладывать не стоит, потому что пух и перья, они там загниют. Так что в выборе пуховика будьте внимательным, правильно стирайте. Спасибо тебе, Тарас, как всегда, действенные советы. Я бы и подумать не могла, что нужно теннисные мячики для стирки пуховиков использовать. Классно. Долгожданный первенец вот-вот родится, и родители на радостях покупают кучу детских вещей, в том числе и самую большую красивую детскую коляску. Но заботясь о комфорте ребенка, мы часто забываем об удобстве для себя. Как правильно выбрать детскую коляску, чтобы хорошо было и ребенку, и мамочке. Об этом мы сегодня поговорим с нашим экспертом, семейным врачом Борисом Скачко и любимой звездной мамочкой Лилией Ребрик. Здравствуйте, мои дорогие. Да, я тебя поцелую. Какая же ты красивая и счастливая. Борис, здравствуйте. Лечка, ну, конечно, счастье светится в твоих глазах, потому что спасибо. Растет малышка. Да. Дианочке сейчас 2,5 месяца. Да? Как она себя чувствует? Она выросла? Она выросла. Она уже улыбается. И она уже огукает. Ну, мне безумно интересно наблюдать за каждой ее секундочкой развития. И я максимально хочу быть, насколько пока могу, рядышком с ней. Ну, гулять она любит? Ой, очень. Ну, мы ее кладем в колясочку, начинаем как-то чуть-чуть прикачивать, чтобы она там не плакала, не капризничала. Но только нам стоит выйти на улицу, у нее начали такие глаза, потом раз и засыпает. А и кто чаще гуляет, ты или Андрей? Ой, первая наша прогулка, это прям был выход в свет. То есть мы оделись вот под коляску, чтобы это все было гармонично, красиво. То есть у нас прям было такое вот, ну вот правда, такое какое-то свидание. Вот втроем на улице. Все время мы стараемся максимально вот вместе, втроем гулять. Но бывают же ситуации, когда тебе приходится самой с колясочкой выходить из дома. Конечно. Вы на каком этаже живете? Мы живем на 22-м этаже. Да ты что? Насколько важно в такой ситуации, да и вообще всем мамам и папам, иметь удобную, хорошую коляску? Вы сами покупали? Нам подарили, нам повезло. Удобная? Очень удобная. Просто мне кажется, что мы еще даже, когда Дианки не было, нам подарили коляску, когда я еще была на сносях. Вот. И мы себе представляли, как она там будет лежать. Как она... При том, что когда меня спросили, какого ты хочешь цвета, я с дуру сказала белую. И белую подарили? Да, но я не пожалела ни разу. То есть ты спокойно заезжаешь в лифт, выгружаешь, загружаешь ребенка. Конечно же, очень важно, чтобы был грузовой лифт, да, в доме. Вот. Но я вам скажу, что она вроде бы не маленькая коляска, но как-то мы долго ждали грузовой лифт, и я вызвала обычный лифт. Думаю, ну рискну. И мы благополучно с ней влезли. То есть колясочка влезла, я влезла, и еще Андрей был с сумкой, потому что он ехал на работу. Получается, что тебе с коляской просто повезло. Ну, не всем родителям везет одинаково. Приходится иногда просто вот выбирать коляску. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Обираючи першу коляску для малюка, зверніть увагу на колиску. Вона має бути широкою і зручною для немовляти. Не менше 35 см завширшки та 77-80 завдовжки. Тканина всередині має бути натуральною, зовні водонепропускною. Краще, якщо чохли можна буде знімати для прання. У візка має бути вентиляційне віконце та ремені безпеки. Борис, насколько важно, чтобы коляска была удобной, безопасной для ребенка и удобной для родителей? Первично это удобство для ребенка, вторично для мамы, но оптимально, когда это будет совпадать. Поэтому, ну, коляски сами по себе, корзина длиной до 80 сантиметров, потому что ребенок должен там находиться, ну, хотя бы 1,5-2 года. Ширина 35 сантиметров, чтобы ему было комфортно, не тесно. Ну, материалы должны быть внутри натуральные, сверху должны быть водоотталкивающие, потому что вы выходите в ясную солнечную погоду, а там где-то дождь или снег. Вот. Ну и удобство, конечно, должно быть для мамы, потому что коляска не должна напоминать тренажер.
она должна быть все-таки легкая на ходу и легка в использовании. Мы сегодня выбрали 5 разных колясок. И ты, Лелечка, представишь, как бы было, если бы тебе пришлось выбирать. И мы определимся, насколько это получится. Что мы все равно, мы ходили, мы выбирали, мы присматривали, мы понимали, что нам хочется, чтобы было в этой коляске. И очень важно было, чтобы она разбиралась, чтобы она регулировалась, чтобы были вот эти клики, которые могли регулировать. И высоту ручки, и положение, и так, и тормоз. И у нас там 2, получается, и лежачие есть, потом сидячие можно менять. Да? Еще важный момент, чтобы в машину было удобно паковать. У меня даже такое впечатление, что мы квартиру сейчас выбираем. Я вам скажу, что Бусимобиль мы его прозвали. Давайте начнем по порядку. Вот у нас есть 5 разных колясок. Личка, начнем с этой, да? Да. Ну, что могу сразу сказать по поводу внешнего вида, да? Мне кажется, она очень широкая. Несмотря на то, что вроде бы здесь она достаточно узенькая. Но вот колеса меня смущают. Не уверена, влезут ли они в лифт вне грузовой, что тоже важно, потому что не во всех домах есть грузовые лифты. Дальше, что у нас здесь? Тормоз. Есть у нас, это хорошо. Подвижные колеса передние, вот для того, чтобы совершать маневры, это тоже очень удобно, чтобы не делать при повороте вот так вот коляской, да? То есть это очень важно, это очень удобно. Но мне кажется, она достаточно такая. Какая-то жесткая, то есть даже и так, и вот так вот ребенка особо, ну, то есть это будет вот так. Это хороший тренажер для мамы, для бицепса и трицепса. Да. А она есть... тяжелая? Да, тяжелая. Она реально тяжелая. Итак, на 22 этаж. Ничего себе. Ну, в принципе, если начинать по порядку, то, о чем Лиля говорила, то первое — широкие колеса. Вот эти вот, которые сюда ближе, если они взять даже 60 шире. Сантиметров. А тут? А здесь мы имеем 68. Вот, видите? То вот есть она въедет вначале, а потом застрянет и все. Да, ну, она хорошая, надежная, но спуститься, допустим, в подземный переход и подняться тоже будет сложно. Нужно сложно попасть по рельсам. То есть нужно ее держать вот так. Ну, получается, что вот эта коляска проигрывает из-за того, что есть широкие колеса шире, чем лифт, и чем вот эти дорожки в переходе, и она тяжелая. Следующая. Ну, для меня, честно, эта коляска вообще имеет очень странный вид. Вот эта вот ручка, это совершенно неудобно, как мне кажется. Она очень какая-то малюсенькая, она очень какая-то хлюпкая. Да, она ненадежная какая-то. Колеса не внушают доверия. Мне совершенно такая коляска не импонирует. Ну, может, она хотя бы легенькая? Ну, нет, я вам скажу. И нелегкая. Даже как для такой коляски, она совершенно нелегкая. Я даже не представляю, как ее, например, взять. То есть, если там есть ручка, да, здесь даже вот, ну, не здесь, нет. Не моя нравится. Категорическая нет. Ну, из ее плюсов то, что колеса широко стоят, она устойчива, а минус — по бездорожью она не пройдет. А это пластиковые колесики, да? Нет, это полиуретан, то есть они, в принципе, неплохие, они износоустойчивые, но, скажем так, размер колеса маленький. Плюс еще то, что вот здесь вот двойные колеса, мне кажется, из-за этого, опять же, там, где нужно будет проехать вот вместо лестницы, да, по вот этим подставкам, не попадешь, они точно так же не регулируются, это тоже нужно вот так. Хотя она, конечно, легче, чем та коляска, но она очень неудобная. Кроме того, еще в корзину попади. Вот, я хотела сейчас обратить внимание, корзина вообще непонятно. То есть там мелкие предметы можно положить. А какой же плюс есть в этой коляске, Борис? Ну, это единственный плюс ее, она трансформер. То есть ее легко собрать, она достаточно мало места занимает. Угу. Вот. Переходим к следующей. Эта коляска, ну как, ручка приятная на ощупь, высота ручки регулируется. Здесь удобная и вот эта ручка, она легче. Лиль, а ты заметила, что у этой коляски всего 3 колеса? Я заметила, что здесь 3 колеса. Мне кажется, это не совсем удобно. И вот, в принципе, это один из главных моментов, который меня смущает. Она очень подвижная, она маневренная, но было бы неплохо, если бы те же маневры совершались 4 колесами, потому что все равно это есть момент безопасности. При повороте, когда колесо поворачивает, есть элемент вот здесь упасть. Ой. А для чего придумывают трехколесные коляски? Ну, маневренность. Действительно, легче управлять этой коляской. Но зайти с ней в лифт будет сложно. Почему? Потому что у этой коляски важный критерий – это длина. Она длиннее, ну, да, она чем все остальные, да, же, поэтому тут войти в лифт… Влазит, да. Ну, длина лифта 110, а тут 123. Даже при сложенном колесе, при свернутом. Ну вот у меня тоже визуально, мне кажется, что она не влезет. Ну и амортизатор у нее все-таки пружина, а это жесткость. Пойдите, покачайте ребенка, вы качаете коляску. Ну, вот ребенка. Это вот здесь так вот можно, так да. можно качать. Еще один маленький плюс, что регулируется вот эта ручка, да, которую да. Под обнаружила. Любой рост, причем могут помогать и дети, то есть для них может быть. Ну, и если папа достаточно высокого роста, то, конечно, хорошо. По поводу амортизации, это же очень немаловажно, да? То есть для чего нужна амортизация в коляске? Ну, все-таки, когда ребенок лежит в коляске, он расслаблен. Если его трясет, ну, это не совсем хорошо, потому что могут смещаться кости, то есть может нарушаться развитие позвоночника. Это можно в
навредить его здоровью? Конечно, конечно. Все-таки амортизация должна быть. Это пружина, может быть, это ремни, но ремни быстро перетираются. Пружина, она более жесткая, как правило. Давайте посмотрим тогда на эту коляску. Может, она окажется лучше? Первое ощущение, она очень какая-то низкая. То есть, мне кажется, очень низко находится ребенок. То есть, это вот прям в три погибели. Мы складываемся, чтобы добраться до него. Достаточно тоже жесткая ручка. Но ручка не регулируется. Не регулируется ручка, это тоже. И она, ну, она какая-то, правда, очень жесткая. И что вот я еще заметила, мне кажется, да, тормоз вот там. Это очень неудобный момент, потому что на тормоз коляску нужно ставить всегда, в любых ситуациях. Раз, и потом только, потому что, ну, это секунда времени, и вы не углядели. В ней тоже нет ни маневренности. Вот так вот ее тоже вообще не покачаешь. Кстати, тоже амортизация у нее совершенно. А оцени, пожалуйста, корзиночку, которая вот там внизу, как тебе? Корзинки, кстати, тоже нужно добираться. Доступ очень слабый, да. С той стороны это нужно обойти. Опять-таки, как поставить на тормоз вот так вот, да, чтобы... Короче, надо прямо какие-то танцы вытанцовывать вокруг. Ну, плюс колеса хорошие, то есть вы зайдете, выйдете из подземного перехода легко и просто. Угу. Единственное, что тут колеса еще и надуваются, то есть приходится их периодически подкачивать. Так какие же плюсы в этой коляске, Борис? Ну, плюс, наверное, самый большой, то есть она, в принципе, проходима по нашим дорогам. Угу. Колеса относительно большие, но она от всех отличается тем, что легко перебросить ручку. Так. Ну, да. Ну, теперь доступ к тормозу хорош, Теперь нужно вот так. В этой ситуации, мне кажется, что лучше, чтобы эта люлька сама переворачивалась, Хотя тут есть смотровое окно, и вот есть вентиляционное. Да. Ну, я бы такой выбор не сделала. Ну что, давай попробуем еще одну колясочку посмотрим. Тут цвет мне нравится, симпатичный. Спокойный такой. Спокойный цвет, она легкая, она, кстати, да, легко укачивается и в одном направлении, и в другом. Это тоже важно. Она по габаритам такая достаточно приемлемая. Ручка у нас регулируется. Ну, вот здесь уже набирается плюсиков побольше, да. У нас есть доступ хороший к корзине. Да, у нас тормоз здесь. Тут. Это тоже удобно. Мне эта коляска нравится больше всего. Единственный минус, который, ну, чего мне не хватает маневренности. Ну, я думаю, эту неприятность можно пережить, можно и вот так, она, да, легко принести. Потому что она легкая. Угу. Вот. Ну, в принципе, коляска так неплохая. Ну вот, когда приходит время выбирать коляску, мне кажется, нужно это учитывать. И выбирать, прежде всего, такую коляску, которой мамочке будет легко и поднять, и повозить, и вернуться домой. Поэтому получается, что обязательно надо с мамой коляску выбирать. Ну, конечно. Мама должна, в принципе, выбирать не только по цвету, но и по тем ходовым качествам, которые имеет коляска. Больше того, мама должна еще иметь физическую силу поднять коляску, потому что далеко не все мамы, ну, скажем так, атлетически подготовлены. Да, это нормально. Но что я хочу сказать, Лилечка, наша дорогая любимая мамочка выбрала правильную коляску. Мне еще хочется сказать, что это так красиво, когда папы гуляют с колясочками. Да, конечно. Вот, поэтому, милые папы, гуляйте с детками со своими, выходите с колясочками. Это, правда, очень трогательно, очень красиво, очень душевно смотрится. Да, и мы сегодня еще раз убедились, насколько важно, чтобы коляска, которую выбирают родители, была удобна для тех условий, в которых мы с вами живем. Например, в условиях, когда в доме есть лифт, но не грузовой. Или приходится с колясочкой спускаться по ступенькам. Если все эти моменты учесть, то у вас на лице будет такая же счастливая улыбочка, как у Лили, потому что сегодня мы сделали правильный выбор. Спасибо это тебе радует. Большое. Спасибо, Борис, огромное. Спасибо за помощь. К удивительным выводам пришли ученые. Оказывается, во сне дети не только растут, но и учатся. Они прекрасно запоминают слова, звуки и запахи. Поэтому очень важно, что окружает малыша, когда он спит. Подробнее об этом знает Евгения Сброжик, научный сотрудник отделения новорожденных Института педиатрии, акушерства и гинекологии. Встречайте. Женька, здравствуйте. Спасибо, что ты снова у меня в гостях. А правда, что деткам сны снятся с первых дней жизни? Да, вздергивание, движение глазных яблок под веками. Все это свидетельствует о том, что ребенок видит сон и реагирует на его сюжет. И что же может сниться маленькому человечку в первые дни жизни? Ученые считают, что деткам снятся сны еще в утробе матери. Когда же человечек появляется на свет, источником сновидений становится окружающий мир. И нужно помнить о том, что здоровый и крепкий сон очень нужен ребенку, потому что во время сна также продолжают формироваться жизненно важные органы. Не забывайте о том, что здоровый и качественный сон зависит от подгузника. Малышу должно быть сухо и комфортно. Спасибо, Женя, за эти прекрасные советы. А сейчас мы познакомимся с победителем этой недели нашего конкурса «Золотой
Харрисон. Встречайте маленькую Вику вместе с своей мамой Мариной. Ой, какие красивые! Идите к нам, пожалуйста. Здравствуйте! Вы великолепны! Это вам. Присаживайтесь, спасибо, пожалуйста. Викуся, какая же у тебя красивая прическа, правда? Давайте посмотрим фотографию золотого сна Викочки, которая стала победителем этой недели. Я так понимаю, что у Вики всегда такая красивая прическа с самого рождения, да? А сколько ей на этой фотографии? На фотографии 4,5 месяца, сейчас 6. Марин, поделись, пожалуйста, секретом золотого сна твоей малышки. Ну, мы еще совсем маленькие, поэтому мы еще находимся на грудном вскармливании. И чаще всего мы засыпаем именно после кормления. Угу. Если речь идет о вечернем сне, то у нас идут ванны. Купаемся мы в основном с травами. Это череда, ромашка, календула. Далее мы одеваемся, делаем небольшой массажик, кушаем и спим. Женечка, как тебе такой распорядок дня и сон? Купание в лекарственных травах улучшает тонус, стимулирует аппетит, способствует выведению продуктов обмена через поры кожи, улучшает сон, повышает настроение как у мамы, так и ребенка. Но нужно помнить о том, что лекарственные травы могут вызывать аллергию. Ее легко заметить, если травы будут вводиться по очереди. То есть одна травка, если ребенок хорошо реагирует на эту траву, смело вводите следующие смеси. Я приведу примеры 4 классических смесей, которые используются для купания. Первый сбор – это череда ромашка, овес или тимьян. Второй сбор – это череда крапива, душица. Третий – лист смородины, лист березы. Четвертый – это крапива, медуница, хвощ, овес или тимьян. Спасибо, Женя. По-моему, Викусе очень понравились эти рецепты. Спасибо, Марина, что открыла секрет золотого сна своей доченьки. Памперс дарит вам подарок. Спасибо. И желает крепких и здоровых снов маленькой Викочке. А я напоминаю, что наш конкурс «Золотой сон с памперс» продолжается. Присылайте фотографии ваших спящих малышей, и вы станете телезвездой. Рубрика «Золотой сон с памперс» продолжается. И ровно через неделю мы познакомимся со следующим победителем конкурса. В большинстве языков мира слова «мама» и «папа» звучат сходно, потому что это первые похожие на слова звуки, которые произносит лепечущий малыш. А когда он вырастет, он будет знать еще много хороших слов. В том числе «И все будет добре». И все будет добре. Наступного понеділка в шоу. Теперь будем знать, около какой колбасы останавливаться, а мимо которой идти прямо. Я все ем, и мне все нравится. Значит, есть какой-то подвох. Там было вот это. Это будет заливное рыбное по рецепту моей бабушки. Мы будем его печь в духовке с мармеладом. Навия, осторожно. Я все понимаю.